Да, так, вот это такое, такое красивое это самое здание. А я сейчас вам покажу гномики во Вроцлаве. Вот это такие, бачите, это маленькие два. Один толкает, другой подпирает, чтобы они не відщуку. Треба держаться. Чи что делать? Держаться за ним, да? Все, я вообще подержал. Так, куда, куда идти, ты знаешь? Ты подал. Я не знаю, ага. Так. Это рынок? Это вот рынок, так. Макдональдс там есть, значит. А он, кофе. Кофе, он что хочешь, куда хочешь туда. Да? Как хочешь. Так. Open написано, заходи. Конечно. Раз open написали, пошли. Можно наверх, да? Стоят мешки с кофе. Они хорошие, идем по лестнице. Идем по лестнице, мешки с кофе. Цепло, да, вот так вот люди сидят. И вроде бы не каком-то этом. Нет. А куда? Давай сюда. Хочешь туда? Розетку шукай. Розетку. То open горит с этой стороны. На тут кухня сверху. Ну давайте, может, сюда? А что мы такие? Как матрасы это вообще жить? Няма, да, розетки? Что? А вот ему розетка ж надо зарядить телефон. Такая кухня моя хорошая. Моя хорошая. Розетку надо ему, чтобы зарядить телефон. Да? Попросить надо, так? Кафе сверху, мои хорошие. Может на первом... А? Смотри, хочешь туда пойдем? Ты хочешь, но мы все равно. Мы не горди. О, сказала знакомая одна. Мимо Ламура, кажется. О, резетка, смотри, вон там резетка есть. Это. Каже, мимо Ламура. Она пошла на похороны. Каже, мимо Ламура прийшов додому. А, от туди поставиш? Так. Каже, а мимо Ламура, каже, прийшов. А мимо Ламура, каже, пішов і спить вдома. Я з поминок і стаканчики повиносила. І вилички в сапожках. Це була сестра отчима, що то казала, хай люди судять, не судять, а всіх дітей не гуляла. Забава була. Хто грає саксофон? Проти фонограм? Нічого страшного. Я буду пити кофе. В такій подушці лежу. Все, мої хороші.